привет, дорогие друзья, с вами я, Пабло, 96, да, я думаю, то, что уже все знают, что я поменял ник в ютубе, потому что проголосовали люди, мне дали сообщество, ну, короче, вы все это знаете. Значит, по Project Playtime видео нет, потому что эта игра супер сломанная, а зато есть игра по самой, видео по самой крутой игре, извините, что я тут туплю, просто я... очень устал. Так. Значит, игра называется «Туалетные хроники». Я в эту игру уже играл в демоверсию, но не выложил видео. Январь 2008 года. Так. Что происходит? Я просто забыл уже, как там все это было. Опа. Буми Геймс. Буми Геймс. Туалет на вечеринке 2008 года. Погнали. Попытка первая. А ну-ка. Что это такое? Сразу же. Сразу же лезем во все. Я не существую. Вообще не знаю. Так, значит, я хочу выйти. Ладно. Значит, какая-то тентакля опять? Нет. Ты знаешь этого человека? Так, F, чтобы зайти. Ай. Все. А ну-ка. А ну-ка. На. Ну ладно. Ну и пожалуйста. Ой, что это такое? Что это такое? Я не могу на него на это нажать. Фига я прыгаю, ну-ка. Блин, мне кажется, что я сломал игру. Блин, а я должен был ему сейчас кинуть? Эта штука у меня не работает. А, на фэнена. Руки. Класс, я сел. Именно это. Да, вот, именно этого достойно русская пресс-цету плакать. Эй, па... я не понял. А чё ты плачешь? Успокойся. На. Да вообще, класс. Клик, клик. Глава вторая. Не выходи. А я выйду. Куда? Чего? Что происходит? Банки! На! Выпей газировки! И все вроде сразу. Please don't do that again. Нет. Я сказал. Stop! Убираешь, либо хорошо не буду, либо... либо это самое. Я не остановлюсь! Помогите! Так. Помогите! Что это? Отойди от меня. Меня сожрала тинка. Шестая концовка из 12. Вас сожрала тентакля. Ну, в принципе, и... да, там, короче, типа, я помню. Видишь, тут типа папа-па. Извините. Так, сюда, сюда, сюда. Встань. Встань. Открой, выйди. А теперь.
То есть я мог сейчас просто выйти. Хорошо. Какая замечательная игра. Просто вышел, да? Да, я просто некоторые концовки помню, что там что-то можно было сделать. Но, как бы, можно нет. Кстати говоря, по этой игре еще есть DLC, которую я тоже обязательно буду проходить. Ничего не думайте. Встань. Так. Ой, я могу... Да ты отстань вообще, так. Сейчас. Хорошо, так. Держи. Вот, я, конечно, за качество не отвечаю. Эй. Да, вообще, пожалуйста. Так, туалет закроем. Мне нравится это. Я не знаю. Правой кнопкой, чтобы приблизить. А что такое? Так. Подожди, а что если я еще раз нажму? А, ну. Да. Чего-то такого я и ожидал. Это первая концовка. Давай попробуешь пройти. Нет. Нет, я знаю то, что там, короче, в конце демки. Мы, короче, выходим в никуда. Вот сюда. А тут полные версии. Тут есть какой-то проход, по идее. Если это, конечно, полная версия, я не знаю, я скачал откуда-то и вообще без понятия. Оп, встали. Так, погнали, что-нибудь еще будем делать. Так, что я могу сделать? Сюда ходил. А можем спастись от этого, что ли? По-моему, нельзя. Не, если ты не стреляете, можно? Подожди. Так. А, да, тебе надо бумагу дать. Ладно, давайте, короче, пройдем по нормальному игру. Всё. Не, а ну я думаю, всё равно пройдет, по-моему. Не, ну закрой, там же сказано, там подсказка. Да, вот. Не выходи. Не выходи, да. Все, закрой. Нет. Закрой дверь и закрой защелку. Дальше что? Ну хорошо. Предпол. Да. Ты пошел, ты все лезешь. Я хочу выйти. Ну не выйдешь ты пока, давай. Подожди. Телеграмма. Кто стену забетонировал, а? Ну-ка, подожди, Я могу часы снять, подожди. Я могу их вращать, смотри. Дай их, не знаю. На. Часы, короче, часы. You lost my magic marker. О, там, подожди, там что-то написано. Я не понимаю. Мои картины. Нет. Вот, стоп. Это вот это хорошо, что я сейчас сделал, потому что... Потому что если бы сейчас это не сделал, по идее, меня бы убило за тентакля. Потому что я там чего-то отказался, короче, а тентакля такая, нет. Эй! Ну ладно. Я вообще... Так, что же делать? Блин, слушай, подожди, а может он там что-то еще отправил? Don't leave. Хорошо. Чё? Вообще, меня не существует в зеркале. Я, кстати, бегать не могу. Я на shift нажимаю, ничего не происходит. Чувак, а ты там вообще есть? А, то есть... Он мне даже не дает посмотреть туда. То есть как бы нельзя. А можно приближать. Make him leave. Не уходи. Сделай так, чтобы он ушел. Подожди, а что если... Руби воду, да. Вода. Так. На втором этаже, пожалуйста, возьми стакан.
классно. Мне нравится эта игра больше и больше. Так, может, тут кто-нибудь выкинет мне еще что-нибудь? Сейчас, так, надо... вот так вот, чтобы меня было лучше слышно. Чувак, вылезай! Ну-ка, ну-ка, вышел! Надо было постучаться к нему! Чего? А я ударюсь! Я бомба... И эта штука взорвалась, и я умер. Это было вообще неожиданно, если честно. И, кстати, такой концовки не было в оригинальной игре. Так, ладно. Сразу же начало пропускаем. Сюда, сюда, сюда. Сели. Встали, сели. Сюда, сюда. Ай. Ну, короче, бумажку я тут оставлю. Так. Сразу же делаем самое важное. Теперь идем ему отдавать бумагу. Короче, называется вот... зашел в туалет в 2008, когда меня еще не существовало в этом мире. Зашли и как бы... ну... ну да. Вот, я понял, надо приблизить, чтобы эта штука сработала. Дальше мы выходим. Не выходи. Да, потому что дверьку закрыли, понимаешь? То есть, как бы, это специально все было. С моим такие, make him leave. Теперь такие, опа, выходи. Что там, короче, не... О, смотри! Я просто помню, что там что-то... Что происходит? Дальше. Фотоаппарат. Ну-ка. А, пошел отсюда. Подожди, что, была тут валяется, нет? А, фоточка. Это я. Я это ноги. Вентиляция. Давайте. Я помню, когда тут будет вентиляция открываться, да. Великий бит. Я жду. Сейчас она откроется, по идее. Нет? Да. Не, он там. Нет, нет. О! Смотри-ка. Он что-то от меня хочет. Ну-ка, а что тут есть? Опа. Подарок. Стоп, это граната? Убей его. Убей его, да. Давай. Слышь, чел. На. Вы убили вашего партнера. Какого партнера? Он мне даже ничего не сделал, там сидит. Не говори вообще. Пабло, подписчики Пабло. Как вам эта игра? По мне так это лютый, прикольный трэш. Главное, что эта игра, она уже снимается, там даже DLC есть. Прикинь? Ну дай ему эту бумагу. Да я жду, подожди. Он уже попросил. Он еще не просил. Нет там ничего, видишь? Слышь, может, это случится. Ай. Бади! А я где? Где бумага? Вот, на. Thanks. Ну-ка, стой. Давай, вот сюда. Бумажка. Бумажка. Другая бумажка. Где та бумажка? Вот смотри, вот он сейчас мне дает. А я ее другую отдал ему. Так, идем сюда. Смотрим сюда. Стучимся. Мы эту фигню. Так, берем. Смотрим. Сюда. Огребаем от этого. Берем фоточку. Дай фотку. Дай фотку! Надо, чтобы сыграть. Слушай, да нормально играть, я умоляю. Прикольно. Нет, ну она, знаешь, она, что людям она заходит. Причем я помню то, что в DLC мы встретим вот его. Там, короче, что-то такое будет, с ним именно связанное. С тентакли, типа, вот в этой, а в DLC с этим чуваком. Space, чтобы прыгать. Да, действительно. И, знаешь, игра в игре меня учит. Видишь, Space. Так, а что, если я сама подорвусь? Не надо подрываться, подожди.
И надо концовка же должна быть какая-то. Ну не сейчас, нет, уже пробовали. Если честно, я пока. А давай я дверь открою, подорву. А? Смотри. Реально. Да. Третья глава. Я знаю, что будет, если наступить на это. Разобьешь голову. Да. Поэтому мы не будем этого делать. Так. Загадки на цвета, по-моему, да, это? Что это такое? Да, это... Я понял. Так, тихо. Ты можешь уйти, пожалуйста? Сейчас... Давай взорвем эту штуку. Сейчас взорвем банан. Банан, ты должен... Они там вечно спавнятся. Банан взорвался? Нет. Банан черный теперь. Ну его нафиг. А это DLC, по-моему. Вот. DLC написано. Смотри. Опа. Подожди, я должен держать его, типа. Я понял. Мне надо держать его, потому что так он мне выпадает из рук. Погнали. Погнали! Четвертая глава. Как ты же... Я могу ломать! Давай проломаем стену. Ломаем стену. А, ее вообще, по-моему, все равно. Да можно его, ну, туалет точно можно ломать. Ни о чем. Что мне надо сломать? Тебе надо прочитать, смотри. Подожди, а где топор? А, вот он. А, ну, да. В принципе. Съеденный, да? Нет, он просто... Девять на ба... Это 69-я концовка. Типа, ты понял? То есть там, короче, тут типа 900 концовок. Так, ну что, кринж есть? Написано, ты умер от кринжа. А что такое кринж? Это же тот самый, что ли? Кринж это типа, ну, типа, кринж. Что? Меня отбросило. А! Но он меня перестал тентакли. Почему? Почему меня связала тентакли? Да сколько сейчас время вообще? Сейчас, минутку. Всего лишь 7 часов? 17. Ой, отлично, короче, сейчас будем жестко играть в игру. Так, скипаем все это и играем дальше. Попытка 7-я. Попытка не пытка. Пытка. Значит, будем все тестить, сейчас же будем смотреть. Гениальная игра, потому что игра, она умнее, чем вообще мы все вместе взятые. Значит, я дошел до 4 главы. Я знаю, я сейчас буду подрывать себя, подрывать то, подрывать это, подрывать вообще все. Да ты вообще офигел. На, вот тебе вот это. На. А теперь отдавай ко мне свою штучку. Давай. Я могу на корточке сесть? Не могу. Так, все. По-моему, оно без этого срабатывает. Сейчас посмотрим. Да. Вышел. Быстро. Нет, нет. Тихо. Я сейчас чуть не сдох опять. Если бы я не прожал правильно. Они снимают. Дай фотку сразу. Дай фотку, скажи. Стоп, кстати. Двойка. Синяя двойка. Ладно. Ты откройся, давай я помогу. На. Ура, я открыл. Первое, что мы сделаем, это убьем себя. Ура! Вы умерли? Вы знаете, иногда я думаю,
Почему туалет? Это туалет. Но после этого я умираю. Чё со светом? А, у меня флешбэк какой-то был. Или что это, я не знаю. Ха! А как тут еще можно умереть? Смотрите, мы, короче, я не знаю, мы все концовки открыли или нет? Ребят, если, короче, я какую-то концовку сегодня не открою, то потом скажите. Потому что я думаю, что видео будет полтора часа. Видео будет полтора часа, потому что я так сказал. Да вообще, бро. Без проблем, бро. Конечно, полная версия интересная, да. Интересная, интересная. Чё? Подожди. Don't leave! Ну я выйду, ясно тебе? Дай. Ну ты офигел. За базаром следи. Ну двойка синяя, это все равно. А эти двойка синяя, она, понимаете, она вот, ну, да. Вы видели этого человека? Этот человек военный криминалист? Наверное, это прозвучало тупо, но я перевожу. Значит, теперь kill him, но мы не будем этого делать. Мы сделаем умнее. Валим отсюда. И умрем на банане. Бум! Потому что. Да. Мне очень нравится эта игра. О, знаете? Мне очень нравится. Прям вот вообще, да. Вообще реально это прикольная такая идейка, задумка. Игра про туалет. Почему бы, собственно, и нет? Прямо стихи, слушайте. Да выйди, пожалуйста. Хотя, зачем вот выходить? Давайте я просто посижу, подожду, пока что. Я буду сидеть и плакать. Дай сесть. Да дай сесть! Hey, bud, any chance you got some, toilet paper? Because this shit is empty over here, partner. Конечно, это гениально. Вот это вот всякое... На. Thanks. Теперь. Не выходи. То есть этот чувак там сидит, страдает какой-то хренью. Сам такой. Ха! Слушайте, понимаете, когда игра доходит до игры в туалет, да, там есть какой-то серьезный хоррор игры, а хоррор игры про туалет. Сразу же у меня какое-то вот, я не знаю. Кстати, смотрите, вот у часов вот это вот место, оно единственное такое беленькое, а все остальное красное. Yeah. Давай сейчас отверткой. А можно было отверткой? Офигел от взрыва. Мой топорик. Мой любимый топорик. Пошли всех убивать. Так, кстати говоря, сразу же нужно тут написать. А если я вернусь обратно? Нормально, все так. 9. Хорошо. Ага. Опа, тут какие-то... Я ничего вообще не видел. Я не видел ничего. Scary text.
за... Я не понимаю. В этом туалете нет. Так, ну это DLC, да? В смысле? А может мне надо топором сломать это? Давайте. Да. Что это? Ай! Я обделался сейчас. Я гнома взорвал. Прикиньте. Блин, гном, предатель. Я почти прошел игру, а он меня убил. Ну ладно. Зато концовку еще не получил. Я загномился. Ну я как приличный молодой человек. Подарю ему вот что-то туалетную. Ну-ка, а что если я тут и положу? Он его поднимет сам. Hey buddy, any chance you got some toilet paper? Cause this shit is empty over here, partner. Ты что творишь? Ты мне сожрал туалетную бумагу. Ты офигел? Сейчас, злой. Куда? Да, а я выйду. Самовыйди. Вышел. Опа. Оп. А нет, не сфоткаешь меня. На, получай. Ах, ты сфоткал все-таки. Так, сейчас сразу же сломаем. Я так понимаю, то, что эта штука реально работает. Смотрим. Просто моментально прохожу. Моментально. Выход. Максимум 9 цифр, да. Хорошо. Так. Значит, на банан мы не наступаем. А, да, надо же топор взять. Точно, я забыл. Сейчас сломаем дверь. На! Так, тихо. Гном. Чё? Ну ладно. Опа. Так, это я видел. Да. Какие-то миллионы цифр. Так, туда пройти нельзя. No Joker Dancing. Переводить не хочу, потому что неприлично. Ну, слушайте, это игра про туалеты. Как бы, ну. Да почему меня так колбасит? Слушай, ты вообще иди отсюда вон. И почему гном сидит в туалете? А ну-ка, вышел оттуда. А тут есть цифры. Слышь? Есть цифры. Что-то там kill him. Что-то тут какая-то штука. Я хочу пройти игру. Что делать? Ну мне тут гном зачем-то. Зачем мне гном? Гном, пойдем за мной. Пойдем, гном. Чего? Что?
не так? Почему я, когда долго нахожусь в игре, мне жрает тентакли? Что мне делать? Помогите. Я понял, что мне нужно гнома этого подобрать. Может, мне надо что-то подорвать гномом? А как я могу поворачиваться на 180 градусов и смотреть на свои ноги отсюда? Это же спидран по ногам. Hey, buddy, отстань, я тут лишь. Я с тобой фигню отстань. На. Thanks. Там дошел, да. Да. Я дошел вот до этого. Сейчас покажу тебе. Сейчас. Смотри. Что, еще стримишь? Смотри, вот. Кто это? Это гном. И смотри, что будет, если я его кину. Слышал звук? Из России. Это не Россия, это гном. Не, у него такие цвета. Не, это просто гном. Ну да, в принципе. Так, и мне теперь нужно что-то с ним сделать, потому что если я буду долго находиться в игре, то он меня как бы... Я, кстати говоря, могу сейчас умереть. Я могу взорвать гнома и умереть. Я уже такое, у меня такое было. Я просто не понимаю, что делать. И меня еще убило тентакли опять. То есть, значит... Она при каких-то обстоятельствах приходит, да, получается? Тентакли. Упа, подкова? А зачем она мне? Зачем мне подкова? Что происходит вообще? Не понимаю. Я вот что понял, то что я, короче, нашел два цвета. Да. Шо мне так бросать? А что тебе? На топор. Да подожди, на топор. На топор. Да на топор! Да он просто руку достал, я не знаю. Ну-ка, на топор. Что, ты не хочешь топор? Возьми. Нет, он, ну-ка. А на тебе бумагу, слушай. Видишь, у него понос. Да, реально. Я, кстати, могу его сейчас убить. Чё? Я могу его убить. Не надо убивать, дай бумажку. Ты когда убивали, ты видел, там трупа. На. Дай. Да, возьмись. Чё, дал, может, что-нибудь? Да, смотри, что ты дал. Вот что-то валяет. Да это оно же и есть. На. Зажрись своей туалетной бумагой. Да и он на бесконечность так можно. Стоп. Стоп, что это? Да блин, а как? Блин, я просто хотел, там какая-то надпись была, ты видел? Там какая-то... Какая нормальная концовка здесь, знаешь? Нет. Так. Короче, я просто думаю, как можно этого гнома использовать. С самого начала? Да. Я тут уже куча раз был. А еще я смотрю, как научился делать. Смотри. А, я могу время скоротать. Смотри. Сразу в третью голову попадаю, я только сейчас понял. Тогда
вообще отлично. Топориком сейчас. Чек. Берем гнома. Так, давай сразу же сейчас напишем. Я тут уже нашел вот эти вот два цвета. Может, что-нибудь написано? Так, бордовый и красный. А это розовый и красный, я понял. Что розового? И где розовое? Плиз. Детройт. Да ладно. Серьезно? Я просто случайно увидел. 5. Хорошо. Так. Что тут еще? I belong in the trash. Еще. Да, ну ты чё? Что-то бесконечно всё там спавнится? Нет, там, по-моему, больше ничего нету. Это что такое? О, на, кстати. На вот это. Да и вообще, знаешь, сиди там. Мне вообще всё равно. Сейчас я расфигачу тебе дверь. Я думаю, ну-ка подожди, это что-то есть вообще? То я ничего не вижу, меня ослепляет. 1. Я вижу. А как его осветить? Я понял! Через часы можно увидеть что-нибудь. Да? Крутитесь, часы. Я думаю, да. Да, повернитесь. Погнали, посмотрим вот сюда. Да, аккуратнее, часики. Scary текст. Слушайте, я даже уже придумал где-то, возможно. Но это настоящая одна цифра только есть, да? Так, тихо. 8. Красная. Я понял. 8 красная. Хорошо. 8. Мне бы фонарик. На самом деле. Часы тебе бесполезны. Ну вот они только одну эту тему открывают и все. Тут вообще не видно. Вообще подкова это. Ну хорошо, продвижение есть. Дилси. То, что там, где бы найти фонарик? Где бы найти фонарик? Может, тут есть где-нибудь? Так, ну, предположим, короче, 1 это розовая. А, розовая занята. Либо это, либо это. Я понял. Так. Ну я вижу там 1. Да, 1 какой-то. Но я не понимаю, какой. Подожди, может приглядиться? Подождите.
По-моему, желтая. А оранжевая вообще не знаю где. Может, не знаю, нет, на отвертке где-нибудь написано. На банке с колой написано, может быть? Крутить банк с колой. Я не могу с тебя крутить. Но если я сейчас туда нажму, то мне капец. Блин, что делать? Так, думаем. Где можно найти единичку? Я могу взять эту штуку. На, сожри. Ну и ладно. Ну и пожалуйста. Так. А может под этими штуками? Под этой штукой. Там какая-то штука. Что это? А, это гном. Фу, гном, ай-яй. Дверь выбили просто. Тихо, часы. А может быть на стене где-то просто? Просто оранжевое число. Весь пол. Стоп. Казалось. Блин. Капец. Я ищу. Вообще жесть. А может здесь, кстати? Так. Короче, я почти что-то все сделал. Ага. Но еще не все. Так. Стоп, может быть. Ладно, хорошо. Я просто подумал сейчас. Значит, мусорка, кстати говоря, может что-нибудь есть. А, ну тут мусорка опрокинута. Да. Офигеть, я тут прохожу уже. 40 минут не могу найти выход. Выход из ситуации. Ну реально, потому что я не знаю. Так, где может быть четверка? А может быть надо банку помыть? Давайте помоем банку. И типа, может это что-то даст. Может на ней будет написано. Типа. Ну просто я не знаю вообще. Может четверка. Жалко. Смотрю в оба. Давай, помоем трэша. Я не могу помыть трэша. Я не могу помыть его. Блин. А может это правильно? Так, на
надо сейчас это будет сфоткать на будущее. Чтобы, если что, запомнить. Ну-ка, сейчас пробуем. Это неправильно? Типа, или открыто, подождите. Нет, это не открыто. Так. Ну я вообще без понятия тогда. Чувак, может ты мне? Ну понятно. Стоп, фотоаппарат. А где он? Понятно. Не знаю, где он. Может быть, он, конечно, может. Блин, но если это фотоаппарат, это очень плохо. Знаешь примерно направление, что делать надо? Да я уже, в принципе, почти что прошел. Всю игру, что ли? Да, мне осталось только... Тебе надо выйти, что ли? У меня осталась одна цифра, но я не знаю, как ее найти. Ну, это что значит? Мне надо выйти? Ну, получается, да. Мне надо выбраться из туалета, чувак, типа. Чувак, у которого понос, что с ним делать? Да не знаю. Что мне делать? Я не понимаю. Хожу и туплю. Гном! А что, если тебя помыть? Моем гнома. И ничего не получаем. Нет, если я сейчас нажму на правую кнопку, держа его, то я тебе говорю, он взорвется и все. В моих руках просто. Сейчас. Может, топором надо что-то еще сделать? Да, я сейчас тебе руку сломаю. Сейчас тебе руку разорву тебе. Злой. Злой Пабло. Злой и опасный. Ну-ка, вытащим отсюда весь мусор. Нафиг. The cake is lie, the cake is lie. Кейк это кекс. Кстати, подкову, кстати, можно как-то еще. Или что? Я не понимаю, это часы или это подкова? А я могу через него тоже смотреть. Только ничего вообще не видно. Мне кажется, смысл там то столько же, сколько и от обычной этой штуки. Столько, может, в туалете там? Да отстань! На! На! Ай, так. Хорошо, ситуация накаляется. Может, надо, кстати говоря, промыть что-нибудь еще. Я думаю, что надо что-то промыть, но я не могу ничего промыть. Да, не работает. И фотоаппарат исчез. А что если просто тестить? Я буду просто тестить. Блин. Что за фигня? О! Я открыл. Где я? Где?
Я прошел! And that's all. You're back at the party. Ну классно. И что-то как-то вообще ничего не. И вот этот чел. Are you disappointed? Sorry if you didn't get all the answers, but no. At least it was fun. Что-то. Oh, and I think I owe you one more ending. Here. Вы прошли на вечеринку. Стоп, и все получается? You can walk around if you want, and then just press Q when you're bored. И что? Я хочу выйти. А я хочу выйти. А пойти обратно? Just press Q when you're bored. А, все. Он сказал типа Q, чтобы конец. И это настоящий конец игры. Есть. То есть мы прошли за одну серию игру. Странный звучок. Да, конец первой части. И значит. Все. Значит. Видео длится 51 минуту. Я не знаю, конечно. Зашла ли игра вам? Мне она очень понравилась. Пишите комментарии, пропустил ли я что-то. Если пропустил, то мы будем обязательно все это открывать. Насчет второй части. DLC, она выйдет, я думаю, на следующей неделе. Во вторник-среду. Ну вот, короче, на следующей неделе. Там каникулы уже будут. Вот поэтому всех с каникулами, всем хорошо отдохнуть на выходных, всем удачи, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы обо всем этом думаете, какую мне еще игру снять, нажимайте на колокольчик и уведомления все, чтобы не пропускать ни одного нового видео. С вами был я, Pablo96, всем пока!